Вас приветствует Алена Аресу. Значит, что же принесет вам воскресенье? Воскресенье принесет вам встречи с родными, близкими, друзьями, знакомыми. И что-то праздновать будете, либо просто будете вместе проводить время. Старайтесь не тратить много денег. То есть карты советуют быть экономней, по крайней мере в субботу. Еще вижу либо поездку, либо знакомство. Давайте смотреть подробнее. Угу. Решится вопрос с каким-то новым делом или с какой-то поездкой. Может быть, вы сами решите, может быть, вам позвонят, сообщат, что ваш вопрос решен. Так, какой-то мужчина за вами скучает. Скучает, переживает, да. Поездка вас ждет. Но про мужчину пока я не вижу продолжения. Как увижу, скажу. Поездка вас ждет. Кстати, к мужчине или с мужчиной. Может быть, как раз таки, да, тот мужчина, который скучает. Либо он сам к вам приедет, либо вы к нему поедете. Так. Денежки. Но здесь не прям денежки. Здесь могут вам отдать, если вы для кого-то делали какую-то работу, услугу. Если вам могут прийти в субботу деньги, то придут какие-то заработанные деньги или могут прийти какие-то выплаты. Также, может быть, будете заниматься каким-то любимым делом в субботу. Но это именно дела. Бывший мужчина какой-то проявится. Вообще, мужчин очень много. Этот темненький, потом светленький мужчина помладше вас, темненький здесь постарше. Здесь мужчина тоже постарше вас. Кстати, да, может быть начальник, кстати, очень вероятно, да, что в субботу, несмотря на то, что у вас тут встречи с друзьями, родственниками, может быть даже какой-то праздник, очень вероятно, если у вас начальник мужчина, что вас вызовут на работу. Потому что и дальше я тут вижу, в общем-то, мужской коллектив. Либо это, может быть, ваши родственники, да, то есть вас куда-то в гости позовут. И вы будете в мужской компании. То есть не обязательно это все мужчины идут вам для личных отношений. Но кто-то из вас реально будет купаться в любви. А с деньгами, в общем-то, тут все нормально. Но, тем не менее, карты советуют все-таки не тратить много денег. Радостные новости будут после обеда, ближе даже к вечеру. Радостные новости еще о каких-то деньгах, о том, что еще какие-то крупные деньги вам придут. Какие-то новости такие, связанные с крупными деньгами. Причем действительно радостные. И новости, скорее всего, от женщины. Женщина черненькая, черные волосы, темные глаза, серьезная, практичная, деловая. Может быть, родственница, коллега, начальница. Что тут еще? Какая-то женщина, получается, за вашей спиной, говорит какие-то не очень хорошие о вас вещи. На самом деле, если... Я всегда так рассуждаю. Если люди обо мне говорят, значит, я звезда. Как-то так. Кстати, женщина не обязательно из коллектива, может быть родственницей. Новое дело какое-то я еще вижу. Вначале я видела, да, какое-то новое дело. Решится вопрос в отношении какого-то нового дела. И вот здесь опять идет новое дело. Мысли, размышления разбудите. Или какая-то дорожка, поездка или переезд, девочки. И поздним вечером, в общем-то, еще какую-то встречу я вижу, может быть, с подружками. Или с родственниками. Она, в общем-то, запланирована была с утра. Вполне возможно, что и с утра будет какое-то общение. В целом, здесь уже дальше идут раздумья, выбор, больше мыслей. Как поступить правильно, не ошибиться. И все связано с тем, что я говорила.
все будет хорошо по этому новому делу. Вы все как раз все продумаете, все шаги. А вот, ну и вечер закончится тем, что вы будете, на самом деле, вы будете довольны собой в конце дня. Хотите знать, что будет дальше, в другие дни, в ближайшую неделю, месяц, год, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Ну, а сейчас карта совета на воскресенье. Угу. Афина, внутренняя мудрость. Вы знаете, что делать. Доверьтесь внутренней мудрости и безотлагательно приступайте к действиям. Это как раз вот по поводу этого нового дела, о котором, в общем-то, вы будете много думать в воскресенье. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.